Достойное вечности имя. В Национальной библиотеке прошла просветительская лекция-концерт, посвященная столетию со дня рождения чувашского композитора Геннадия Воробьева. Чего, как ни с музыки Геннадия Воробьева, начать воспоминания о чувашском композиторе, столетие со дня рождения которого отмечают в республике. Выпускник Московской консерватории, он создал свыше 70 произведений разных жанров. Камерно-инструментальные, оркестровые сочинения, хоровые песни и романсы, чувашские народные песни в собственной обработке. Многие из них вошли в репертуар профессиональных исполнителей и не только. Он родился у основоположника чувашской музыки Василия Воробьева в семье. И первыми учителями были на то время самые выдающиеся педагоги того времени. Чтобы чувашская музыка профессионально продолжалась дальше, нам надо найти самых талантливых детей из деревень, обучить их у самых лучших педагогов, направить к лучшим композиторам России или даже мира. Вот тогда чувашская музыка, она будет дальше развиваться. Четырехчастная симфония – наиболее крупное произведение Воробьева. Ее можно отнести к лучшим произведениям чувашской музыки за весь период ее развития. Это произведение – единственная партитура, опубликованная до наших дней среди других чувашских симфоний. Это много значит. Пять чувашских народных песен, праздник в колхозе, пьесы для фортепиано. Произведения Геннадия Воробьева в свое время были изданы в Москве и Чебоксарах. Они уже давно стали библиографической редкостью и теперь хранятся в фонде Государственного архива печати Чувашской республики. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.